Привет. Досталось тебе. Не сдаешься, да? Что ж, я тоже. Феникс! Не трогай эту тварь! Что ты здесь делаешь? Я видел удар молнии и, само собой, пришел, чтобы довершить дело. Уж в этом-то я мастер, знаешь ли. Да, не сомневаюсь. Но я спасу бедняжку. И только попробуй сказать мне нет. Нет! Это слуга Тифона! Стой, у меня видение. Ты скажешь, но ему нужна помощь! Я отвечу, эта тварь только и ждет случая нас прикончить. А ты, Гермес, прошу! Я ведь кое-что знаю и расскажу про тебя Гере. А я, не расскажешь! Но я ведь знаю, что расскажешь, так что соглашусь помочь и буду искать удобного случая, когда ты утратишь бдительность, нанести удар. Похоже, у меня нет выбора. Пока. Эта тварь родом из Тартара, и чтобы оживить ее, нужна еда оттуда. То, что Аид дал Персефоне, зерна смерти. Но здесь, на острове, я знаю лишь одно такое. Тогда я его найду. Сиди тут. Я или эта тварь? Хотя она вряд ли может сидеть. Эй, дружок, я нашла зерно. Мне очень жаль. Да ладно, как насчет жареных крылышек? Угощаю. Что?
Что ж, так даже проще. Жареные крылышки уже тут. Ура! Ты живой! О, ты горделивый. Тифон вывел себе заносчивых горящих петухов? Рада встрече, ваша светлость. Пожалуй, назову его Фосфором в честь утренней звезды. Фосфик говорит, что еще слаб, но хочет вернуть силу. Он хочет помочь тебе в твоих странствиях в благодарность за спасение. Ему нравится новое имя. Очень нравится. Правда же, Фосфик? Я говорила, его надо спасти. Злобную птицу нежить? Ну, конечно. Беру слова назад. Ты оказалась права. Эта прекрасная птица покажет нам, где тайник Дедала с сокровищами, да? Да ну! Того, что построил все на этом острове? Того самого. И там куча электрума, предназначенного для меня. Ах да, есть еще второе зерно смерти, что сделает Фосфика сильным, как никогда. Ну ничего себе. Добро возвращается добром? Кто бы мог подумать? Это что, вопрос с подвохом? Ясно же, что никто так не думает. Чтобы открыть тайник, нам нужно отыскать две подсказки. Нам, значит, тебе. Одна должна быть у костей дракона, другая у акведука. Правда, Фосфик? Я говорил, что он обожает свою кличку.